여기 형아, 형아, 형아. 안녕하세요. 오, 안녕. 귀여워, 귀여워. 안녕하세요. 안녕하세요. 와, 근데 오늘 유치원 갔다 왔어요? 네. 앉아. 네, 앉아. 어, 착해, 너무 착해. 네. 애기가 너무 예뻐. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 근데 이거 뭐예요? 이거는 공룡이야. 공룡이야? 자, 이름이 뭐예요? 클랩. 클랩. 어, 클랩 몇 살이지? 다섯 살. 어, 다섯 살. 이거는 어. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 어? 클랩 여섯 살이에요? 아니, 다섯 살. 하나, 둘, 둘, 셋, 넷, 다섯. 다섯. 어, 누나예요? 이모예요? 이모예요. 저 이모예요? 누나 아니에요? 누나. 아, 맞아. 가위바위보. 오, 글랩 이겼어. 글랩이. 엄마 이름은 뭐예요? 몰라. 엄마 이름 몰라? 아빠 이름 뭐예요? 엄마 세르게이. 엄마 세르게이. 아빠는? 아빠는 세르게이. 아빠 세르게이. 나도 또 세르게이. 엄마 세르게이. 아빠 세르게이. 마샤. 아, 그러면 우리 글랩은 나중에 커서 뭐가 되고 싶어요? 아이언맨. 아이언맨이 누구? 사실 누나 아이언맨 잘 몰라. 누군지 알려주세요. 이거는 이제는 쓰고 이렇게. 이렇게 해야 돼? 네. 이쪽이 나와서 이쪽이 부르는 거. 이쪽이 나와서 이쪽이 핏 하는 거지. 이쪽 하우크 보여주세요. 어? 하우크. 하우크? 헐크. 헐크 보여줄까요? 어? 축하해. 오, 광고 레클라마. 우와. 우와. 빵. 어, 누나가 제일 좋아하는 음식은 김치 볶음밥. 글랩은 뭐 좋아해요? 에, 김치. 안 매워요? 매워요. 매워요? 매워요? 좋아요. 글랩 러시아 가봤어요? 네. 안 추워? 안 추워. 나도 조금 더운 거 오는 건데 입고 왔어. 아, 이런 거 입고 갔어요, 러시아에? 네. 좋아하는 여자친구 있어요? 네. 밥 먹었어. 밥 먹었어? 네. 여자친구랑? 네. 여자친구 예뻐요? 네. 그럼 누나 되게 신기한 거 보여줄 거예요. 짜잔! 자, 잠깐만, 잠깐만. 짜잔! 누구 게이요? 소방차요. 우와! 조금 어려운 거. 준비됐어요? 네. 오케이. 자, 그러면 이 친구는 지금 뭐 하고 있어요? 책 보는. 이 친구는 뭐 하고 있을까요? 종이 만들어. 어, 맞아. 종이를 만들고 있어요. 이 친구는 뭘 하고 있지? 장난감을 열어. 와, 글랩 다 맞췄어. 100점이에요. 한국에서 사람들이 글랩 예쁘다고 많이 해요? 이렇게 말해요? 네. 이제는 나도 생겼어. 엄청 큼큼큼. 글랩이 잘생겼다고 생각해요? 네. 우리 글랩 유치원에 대해서 말해줄 거예요? 나도 오늘은 스케이트 탔어요. 어, 유치원은 스케이트 탔어요? 네. 우와, 사실 누나가 글랩 위해서 선물 준비했어요. 눈 감고 기다려야 돼. 네. 알았지? 눈 감고 기다려. 하나, 둘, 셋. 글랩이 제일 좋아하는 게 누구지? 아이언맨. 아이언맨인데. 짜잔, 이게 뭐예요? 이, 아, 이게 뭐야? 아, 이게 뭐야? 어. 헐크다. 글랩 좋아하는 거. 와, 봐봐. 이렇게 하는 거. 이렇게. 안녕, 여러분. 나는 헐크예요. 아, 어, 아이언맨이잖아? 어, 이거 누나가 직접 만들었어. 와. 자, 보여줘. 누가 했을까? 이건 뭐야? 이거는 비행기잖아? 어, 비행기 종이 접는 거야. 아빠가 더 잘 놀아줘요? 네. 엄마가 더 잘 놀아줘요? 엄마가 더 잘 놀아줘. 엄마가 더 잘 놀아줘. 자, 이거는 엄마 거. 엄마 거. 아, 과자. 그래, 과자다. 우와. 이거 뭔지 알아요? 볼. 이거 비누야, 사실. 손바닥에다가 이렇게 이렇게 하고 물로 비누 씻는 거야.
그냥 그래. 향이 나빠니 오진. 이쪽이 물. 어 이거 물 이거 깨끗이 씻느냐고 물 이렇게 해놨어. 네 이거 집에 가서 누구랑 같이 놀 거예요? 엄마랑 놀 거예요? 아빠랑 놀 거예요? 엄마랑 놀 거. 엄마 이거 무거운데 그래 혼자 들고 갈 수 있겠어? 네. 오케이 알았습니다. 오 힘 세니까 그 들 수 있어? 네. 그럼 조심. 우와 글램 한 손에. 다음에 또 만나요. 어 다음에 또 만나요. 여러분 사랑해요. 안녕. 이거 이렇게. 오 너무 잘하네. 다. 어 이렇게. 사랑해. 사랑해요. 자 이게 그 이그로시카 떠오자. 네. 아 이거는 엄마가. 이거 엄마가 마음에 뺏어요. 엄마. Я говорю по-русски. Я на самом деле русская. А почему ты на корейском и русская? Потому что я учусь корейский язык. С тобой хотела практиковать. Нужно? Да. Спасибо за понимание. Давайте тогда я хочу с вами познакомиться. Никитина, да? Никитина Маша. Просто у меня, да, так, имя. Я Никитина Глеб. Никитин. А ты Никитина Глеб? Расскажите о себе коротко, пожалуйста. Мне 35 лет, я врач по образованию. Вы делали ботокс? Ну всё, вообще, я думала 27-то. Поэтому я работаю здесь моделью. Раньше чем занимались вы в России? Последние 4 года я работала врачом в Москве, врач-офтальмолог по образованию витриоретинальный хирург. Вот, я же говорю, все удивляются. В Корее, как я могла бросить это? Да, конечно, почему вы бросили это? Как вообще вы переехали в Корею? Переехали не по моей причине, приехали по причине мужа. Ему предложили работу в Корее, найти специалист. И вот так мы оказались здесь. То есть изначально планировали на 4 месяца, а в итоге так понравилось, что остались уже почти 7 лет уже. Сейчас, подождите. Не тогда Глеб родился в Корее? Да, да. Ты гражданин Кореи? Да. Поэтому твой геопок не особо. Он не гражданин, но он может получить. Он все равно русский. Потому что в Корее дают по праву крови, но по новым правилам сейчас они... Вот видишь, смотри, я тебе рассказываю корейские новости. Я не знаю про иностранцев, да? В общем, по новым правилам сейчас рассматривают законопроект, что дети, рожденные в Корее, с какого-то года им могут получить гражданство Кореи, как рожденные здесь. После 7 лет жить иностранцем в Корее, как вообще, это тяжело или как жизнь? Привыкли уже? На самом деле уже привыкли, и даже вот когда я рассказываю там, своим подписчикам о том, что их может удивить в Корее, мне все сложнее находить эти моменты, потому что я уже к ним привыкла, ко многим вещам в Корее привыкла, и мне кажется, что это само собой разумеется. Ванна у вас не отапливается, да? То есть я уже привыкла, к примеру. Это в России я не могу привыкать. Я просто оттекаю все выливаю водой. Просто мои друзья тоже и русская семья, то есть прилетели в Корею, несколько лет жили, а обратно все полетели. Все полетели, да. Обратно. Каждый проходит здесь этап, где, по моим ощущениям, через 5 лет жизни в Корее у тебя появляется стойкое желание вернуться домой. То есть ты... Сначала стадия умиления, что все так классно, хорошо, она проходит на стадию непринятия каких-то вещей, потому что ты вырос в другой культуре, это нормально, да? Потом тебя начинает что-то раздражать, и ты думаешь, так, наверное, лучше домой, там друзья, все свое. Но если перетерпеть этот период, то сейчас мы буквально вот с мужем разговаривали дня 2-3 назад и поняли, что сейчас москвичи обидятся на меня, что нас больше не тянет.
что все, мы... Вы, блядь, уезжаете? Нет, нас не тянет в Москву, мы обосновываемся. Вы с Юлем? В Корее, да. Тогда вы будете еще жить в Корее? Да, то есть сейчас мы все делаем для того, чтобы уже все, окончательно остаться в Корее. Просто, это как в качестве Кореи очень приятно. Да, мы знаем, что Корея не всегда хорошо. Да. Медовый месяц уже работаешь? Медовый месяц, это что такое? Медовый месяц, это когда после свадьбы пара куда-то уезжает, либо проводит все время друг с другом. Это называется медовый месяц. В общем, после свадьбы у нас в России принято... У нас 3 дня. Все, да? Корея с пониманием относится на самом деле часто к иностранцам. И понимают, что мы многое не можем понять, и мне даже в какой-то степени легче. Я знаю, что они помогут. И Глеб может помочь маме, потому уже? Что ты же говоришь на корейском, да? Да. Будешь помогать маме? Да. А тогда, Маша, вы не знаете корейский язык? Я пыталась его несколько раз учить, он очень сложный. Я могу понимать базовые вещи, я могу сказать... Повторите пиво. Наливайте пиво. Самое удивительное, что делала. Я попробовала живого осьминога. О, это очень вкусно же. Нет, ребята, не верьте. Я очень обожаю. А ты знаешь, что такое? Это осьминог. Это он живет в воде. Осьминог живет в воде? Да. Он плавает хорошо. Да. Лучше тебе не знать, про какого именно мы Ловит рыбок. Да, ловит рыбок. Ловит рыбок. А ловит рыба. И достает свой рот. Сует свой рот. Это детский русский. Он даже взрослым русским. Да? У него 5 ногов. 5 ногов? 5 ног. 5 ног. А, 5 ног. Я даже не знала, он сейчас тебя научит. Он сейчас тебе с русским. Какой совет вы хотите дать для тех, которые хотят переехать в Корею и жить? Ребята, учите корейский язык. Сразу говорю, не повторяйте моих ошибок. Язык нужен. Тогда я очень желаю тебя, Глеба и муж Сергей, который тут нету, очень большой успех. Надеюсь, что он получит корейское гражданство. Спасибо. Спасибо. И спасибо, Маша, что участвовала на моем канале. Я оставлю Маша ссылку. У нее есть Инстаграм. Она очень много снимает сториз о Корее. Спасибо. Тогда зайдите в ее Инстаграм. Хорошего дня или спокойной ночи. Аня, пока-пока. Пока. О, спасибо, Маша.